Утро доброе, дорога домой. Блин, что-то мутно, блин, не вытер. Денчик спортсмен. Вечно, как выйдет сразу, блин, махает руками. Правильно, гимнастика, гимнастика. Все, пацки. Пацки, е-е-е, на без районе. Без спорта тут никак, дальнобой, это вообще спортивный вид работы. Каждое утро просыпаемся, начинаем с шеи. Ну, я сделаю отдельную серию. Заходите на канал Данила Дальнобой. Все, все, реклама запрещена у меня на канале. 50 евро. Паркинг. Свиньи. Звучок. Звук, чтоб послушали. Забор нет. Да, пошла съемка, пацаны. Здорово! Шел 12-15 час работы. Мы уже гашены. Кажется, что едем уже пару дней. Уже на автомате, автопилоты включены. Чисто останавливаемся в туалет и едем дальше. Но мы доехали, вроде как. Нам осталось 12 минут. 10 минут, 12 километров. Да. Посмотрим, куда мы приедем. Так, точной улицы я не надыбал. Я надыбал цех, который типа нам туда надо. Ну, сейчас будем посмотреть. Завод большой, огромный. Трубы уже. Желательно найти его сразу. Как бы надо в час приехать, час 12. На час раньше это хорошо. Ты видел, сколько до Берлина? Нет. 257 километров. Еще от Берлина еще 100. 357. 350 это за 4,5 часа. 3,5. Ну, короче, у нас время вождения тоже впритык, все впритык. Да, не хотелось бы останавливаться в получасе от цели. Ну, как бы вроде завтра я на поезд собрался. Выспимся где-то, можно и не доехать чуть-чуть. Разгрузимся и решим уже. Ну, туда мы едем по-любому максимально уже. Там перед Шетцином, или если хватит времени, до конца доедем. Наверное, так и сделаем. По-любому ехать, а что, днем ложиться спать? Сейчас кофейку ищу, Редбула можно купить. Вторые сутки. Мясо, ну это ж по двойкам. Европейцы разрешили так ездить, значит. Да не, можно, но если мы бы поспали перед этим 9 часов. Ну, а у нас, типа, утром была разгрузка вчера. Ну мы всю ночь поспали, выгрузились и опять поспали. Часа два. Какой полтора мы? В 4 лег, в 10 встал. Что ты гонишь? Да ты 4 часа минимум ты поспал. 5. Откуда у меня такой сон? Верблюда. Закрылись шторами. А, ну если так, то куда? Ну, мы выдержали всю ночь бодрячком. Это вот сейчас последние часа 3-4 уже как-то непонятно. Ну блин, уставший организм, ну. Но ехать можно. Потихоньку мы уже поменялись пару раз, наверное. По 2, по 3 часа ездим. То там такие были по семерке. Вниз, вверх, вниз, короче, вверх. На двоих мы можем ехать сколько? 20 часов непрерывно. Да. Если что, по двойке. И потом 9 часов спишь и опять 20 часов. Так? Да. Но только два раза так можно. А че?
10-й час заканчивается. Volkswagen Werk, говорят, сюда. Ну, мы хоть, походу, мы сейчас по круговой завода едем, обкружаем его. Интересно, интересно. Можно было, конечно, и сюда. Ладно. Раз он показывает, что тудою, значит, запрета нет, значит, тудою тоже можно. Зависит, наверное, что везешь, на какую проходную. Так, да, там проходных 20, наверное, блин. А с чего ты взял, что там? Там цех так называется, как у нас сообщение. О, там все, все, завод, там целый... Вот здесь город, походу, завод больше города. Реально. И это один из заводов Volkswagen. Volkswagen. Саунген, да? Где это? Вон, а все дымит, трубы. Wow. Металл плавится, гольфы штампуются. Да, серьезно. Да. Движуха. Ветровиков, тут целый лес. О, сейчас наш съезд на ремонте. Да не каркай давай. Так что ремонтов сегодня в эту сторону очень много. Да какой много, ты не видел много, это вообще фигня. Сюда? Нет. Это вообще паркинг. Походу расстроится новый и заправочка. Делает Volkswagen себе паркинг готовый. Фуры, наверное, негде затусить. Сейчас посмотрим, как нас быстро выгрузят в этом Volkswagen. Как у них налажен процесс. Хорошо или не очень? Если как на загрузке, то хорошо. На загрузке вообще без очереди. Нас два мужика ждали, они почти там спали уже в будке. Но за нами приехали, видел? Так что мы могли приехать, тоже было. Ну, их два карщика, они вел, разделились. Сколько там? 4 километра. Уже до съезда 2,8. Реально обкружаем весь завод. Все так, джик по овалу. Скоро в Польшу на праздники. Вот бы найти каюту с Wi-Fi хорошую, чтоб шеф снял. В торговом центре будешь тусить. В Макдональдсе деньги профукивать. Нет, в торговом не надо даже. Там скамеечка около пальмы где-то. Проехали мы его слишком далеко. Ну, вон движуха идет, вон фуры, вон там бочки везут, бензон. Бочки я вижу, но нам не бочки нужны. Я здесь первый раз, я не знаю. Я тоже, но я был один раз на Volkswagen, не знаю, на этом или нет. Давно? Да, полгода назад тоже сходил, когда на машине. В этот раз мы на фуре едем на Польшу, обычно бусом. Не похоже, что в сторону, да, Volkswagen, но... Да, что-то тут другие надписи какие-то. Будем крутиться? Да не, вроде это вообще, если я правильно проходной надыбал. Ты мой телефон, я же нашел по-своему там тоже что-то. Так, примерно там, где ты показывал. Есть основное, есть дополнительное. Цех. Да. Пацан,
Volkswagen Верг СЗАГ. На следующем повороте поверните направо. Оно, кстати, посмотри, как там за название какие-то. На следующем повороте поверните направо. Вот Lidl, можно затариться домой. Там много букв, конечно, капец. Метров, типа это вообще здесь? Залцгитер ам гютервер херсе. Это еще не конец слова. Гютервер херзентрум. Букв больше, чем я сказал. Это я еще пропустил пару лишних. Что тут скажешь ты? Боже. Вот, я не знаю, сейчас будет поворот направо. Посмотрим, должны быть знаки. Ну там было Volkswagen направо, да? Ну да, все здесь. Грузовикам 200 метров запрет. Куда запрет? Короче, направо. Вы прибудете в конечный пункт вперед, через 100 метров. А, нет, направо. Направо нельзя. А я думал, что сюда. Пункта. Не, ну прямо, видишь, для грузовиков. О, Volkswagen легковые. Переположить. Не переположить. Я думал, что туда. Ну все, пошли крутиться. Крутиться, не веселиться. Так, ты выключайся, ты нам уже не нужна. По знакам. В Германии есть знаки. Нам найти паркинг, где фурочки стоят. А там уже мы на дыбе. Нам расскажут, куда ехать. Карту нарисуют. Volkswagen Werk. СЗАГ. Что, сюда давай свернем? Volkswagen Верг. Давай куда-то спросим, будет проще, да, чем крутиться. Да. И что? Help me, please. I need this is address. Направо нельзя. Значит, едем прямо. Вот, видишь, Тор прямо. Есть такое дело. Прямо мы едем. 600 метров. И шо, это же очередь? Оу, щет! Не паникуй раньше времени. Паркинг для фур. Но мы, нам на проходную, нам не нужен паркинг, так? БКБ Тор. Блин, это шо? Шо делать, а? Погнали. Так, о, румын. Шо румын? Он знает румын. Да у них паркинг, они походу здесь хавы. Стоп. Я в шоке. Что-то мне кажется не тут там. Не сюда, но только в Тор. Ну надо на проходной спросить, и тогда не будем ходить, да? Зря. Он нам покажет. ЛКВ Тор, Volkswagen Верг. Все. Пойти с тобой. Все, нам дали карту, куда ехать. Ты разобрался, понял, держи у себя. Прям. Так что? Разгадываем ребус. Я говорю, а тебе вечно ребус надо разгадывать. На каждой загрузке свои правила, свои места.
Кому-то интересно, а кому-то стресс. Что? Что? Едем. Моросит так, что это мерзко. Так, мокро. Так и что, мы на автобан должны выехать сейчас? Так. Короче, сейчас иди. Поймешь? Мы где красный круг? Да. Нам нужно в бюро. Да. Вот сейчас, походу. Сейчас направо. Да, походу. Да, на первом кругу. Заезжаем. Но не на кругу этот. Вот, кстати, мой так и показывал. Ой, ой, начинается. Походу нам этот ГВЗ нужен. ГВЗ. Так, сюда. А, и все, и на кругу направо. И там бежать. Оденемся. ГВЗ тира. Что такое ГВЗ? Что здесь вообще не Движниковая улица? Не Движниковая, но как раз когда нам надо выехать, она стала Движниковой. Правильно, в тот, который я хотел, просто мы с другой стороны хотели заехать. Первый заезд с автобана показывал сюда, нет? Нет, вот первый заезд был ошибка. Тащ! ГВЗ. Так, мы сейчас съехали, рельсы должны типа проехать, где бюро? И налево. Ищи. Шукай бюро. Это там, походу, пока. Ну да, вот. А, паркинг туда. Что, становиться в очередь, типа очередь, да? Где уже забилась. Не серьезно. Вообще, только что. Ну этот уедет отсюда или не станет? Он, наверное, хочет нормально стать. Да, он все станет. А если мы здесь-то будем стоять? Проехайте сюда задом. Блин, что делать? Ладно, давай. Короче, ты останешься, я пойду доберу. Если что, переедешь. В очередь станешь, понял? Да, где-то там развернуться. Да, сейчас я развернусь. Может, там дальше тоже есть где стать? Что за проблема? Какая очередь? Да, эти отдыхают. Там очередь. Вот, но некуда было стать на дороге. Интересно, интересно, загрузочка такая. Разгрузочка. Вебер. Вебер дрыхнул. Блин, если живая очередь, ё-моё, очередь. Все здесь цивильно. Вот кружочек для разворота. Все придумано. Туалетики вил стоят. Такой круг и все равно нашлись, кто не вписывается.
не хотят тереть стекло, блин, ах, ой, резину, а как раз по этим камням так она трется красиво вообще. Возят детали, фура, всеми способами. Я стану вот здесь, и все, и только там двинуться ты поедешь, вау. Где ты станешь? Вот на этой стороне у бордюра, и все. Или вон туда поехать, затем встать, а нет. Я пойду пробью, и потом ты пока стой. Покажешь здесь. Рукой, я подъеду. Да. Вот здесь, на аварийке можешь. Да? Здесь кому мы мешаем? Пока никому. А я пошел в разведку. В разведку. Блин, надо спрятать. Что-то намокло. Я. Паяк. Отключу, пока непонятка тут. Идет Андрюшка. И что, дай я туда, здесь твои кроссовки. Давай. Там мои кроссовки. Оба. Ну, порадуй. Шу, дали мобильный телефон, подарили и все. Сказали, жди звонка. Да, да. Я дал, кстати, твой мобильный, но они не дали свой. Да, записал твой мобильный. Реально мобильный, ёпта. Так а зачем дал номер наш, если... Включена, да? Ожидайте в пункте ЛКВ. Ну, там надо было записать номер телефона. И на него они позвонят? Да, и идти к ним. Это не очередь, они просто тоже стоят, ждут. И там было два места. А пока я стоял в офисе забитый. Тогда один точно при мне заехал. А там все равно, может, кто-то отъедет, чтобы стать там поближе к офису. Опять бежать к ней надо. Что, похаваем? Итак, парни, это просто огонь у нас вообще, а не разгрузка. Какой-то последняя, как обычно. Смотрите, какую нам нарисовали карту. Выдали мобилу. Реально мобила, все, вот. Есть интернет. Но... Volkswagen, ожидайте в пункте ПО. Ну, чтобы я знал, где ПО. А, ну мы и ожидаем в пункте ПО. Практически получается. Наверное. Ладно, это вот здесь ПО. Где мы сейчас? Мы здесь где-то вот здесь, походу. Да. Ну ладно, не факт. Не короче, суть. Придем, не суть, да? Придет, о, может нам, придет смс-ка, мы должны ехать на проходную. Дали чип. Ворота. Потом нарисовала сюда. Так и как она рисовала, это капец. Вот так, так, нет, так рисует. Здесь стой, сюда иди, жди смс, здесь разгрузись. Едь на вторую парковку, вот здесь, жди смс, разгрузись. Едь, делай еще круг, походу, я не большой, знаю. Да. Опять большой кружище делаешь. Едешь на третью разгрузку, ждешь смс. И потом говорит, все, ты свободен. Спасибо, блин. Короче, вот такие мы тут дела. До вечера, походу. Ну, посмотрим, как это все пойдет. Так мы сейчас ждем или едем на... Ждем. Вартен смс говорит. А потом доехать до паркинга. До ворот. И на воротах ехать на P7, походу. Так получается. И там ждать вторую смс-ку. Да. Скорее всего. Там уже будет видно. Может, карточки там будут ходить. Вот такие вот дела. Интересно. Все, всем пока. Продолжение следует.
Так давай закончим Шо? Серию, да. Так я поэтому и включил. Ну то есть что, кого-то что, расскажешь? Капец, пацаны. Ну как бы время не позднее, но ждали мы. Приехали в 12, вот сейчас 9:30, пожалуйста. Мы типа разгрузились. Ну так вообще все четко здесь. Но ждали именно начала разгрузки долго. Компьютер я вам показывал, да. Вот здесь. Да, компьютер, бумажки. Проехали, едешь, все, куда стать, место, знаки, все по знакам показано, куда, то место, куда тебе надо. Ну, все правильно, но только ожидание было долгое. Очень долго. Ну, и сейчас выезжаем, станем на паркинге, уже будем крутить паузу, и завтра уже доедем. На Польшу поедем завтра. Сейчас дадим телефон и чип. И покушаем, наверное, все-таки чего-то еще. Да, вот они ломятся, у них опять походу пересменка. Так, 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 что, тут выход. Да. Так, пацаны, я камеру, снимаю, пацаны, да, уже. Так не снимали, потом не понял. Что за запрет грузовикам? А, значит, дальше ехать. Так, это что за экзит? Да, да, давай к следующему. Прямо. Вот там, где фура. Ну, короче, все понятно, да, пацаны? Так бывают задержки серьезные. Хотя было написано «Апладен фикс 13.00» и «Судьба». Шо, а завод вообще большой, вон там вагоны, покажи. Видны. Прямо поезда заезжают в этот... В цех. В цех, движки приводят. И мы приводят, тоже в цех все, заезжали. Да, круто. Вот тут налево, наверное. Ну все, подписывайтесь на канал, братишки. И знайте, что канал Andrew Truck Driver — лучший канал про дальнобоев по Европе. Единственный, самый четкий, толковый. По делу. Да все, прекращай. Так, еще надо идти нам самим. Ну конечно, наверное, кто да. еще? Кто еще выйдет? Все, пока-пока. Кто это тебе написал?